Ненужная электроника, которая лежит дома без дела, может оказаться полезной. В регионе работает программа по переработке отработавшего электрооборудования. К ней уже присоединились ребята из 69-й школы. Учащиеся совместно с родителями принесли старые телефоны, магнитофоны, чайники, утюги и много другой техники. Подростки отмечают, как важно не засорять окружающий мир. Я знаю, нельзя выбрасывать технику просто так в мусор, потому что это принесет большой вред нашей окружающей среде. Когда мы с родителями узнали об этой акции, мы сразу решили принять участие. Мы приносим это, чтобы сохранить природу чистой, потому что на переработке это принесет больше пользы или утилизируется, а на обычной мусорке принесет вред планете. Вместе со сдачей электроприборов ребята организовали выставку «Экоплакат». В экспозиции более 60 работ учеников разных классов. На своих плакатах они изобразили, как важно сдавать неработающую технику в переработку и дать ей вторую жизнь. Ученики 69-й школы уже подготовили плакаты, посвященные вывозу электротехнических отходов, раздельному сбору и бережному отношению к природе. Посмотрите, пожалуйста, какая у нас прекрасная выставка сегодня, какие у нас замечательные плакаты, какие ребята у нас молодцы, какие они нарисовали красивые рисунки. Они всегда у нас активно участвуют во всех творческих акциях, очень борются они у нас за экологию. И я думаю, что наши плакаты выиграют не только в нашей школе, но и среди других школ мы тоже займем хорошие почетные места. В завершение для ребят провели открытый урок, где рассказали о сроках разложения мусора и какой вред пластик наносит окружающей среде. Напомним, программа «Школа утилизации электроника» реализуется в регионе Фондом рационального природопользования и правительством Ульяновской области. Благодаря ей уже удалось переработать более 8 тонн отработанного оборудования. Кирилл Савосин, Александр Кудряшов, УПРАВДА ТВ.